Вместе с сотрудниками ГИБДД мы проехали по центральным улицам города. Практически сразу на Советской увидели неправильно припаркованный автомобиль. Однако закрепить его эвакуатор не смог. На пересечении улицы Трехсвязской и бульвара Радищева уже начали погрузку «Лады Приоры», оставленной на пешеходном переходе. Но появился водитель, и по правилам машину оставили, выписав штраф. А вот другому автомобилю, также стоявшему на пешеходном переходе, не повезло больше. Его все-таки эвакуировали. Хозяин допустил грубое нарушение правил дорожного движения. Это серьезное нарушение, которое создает угрозу не только автомобилям, но самое главное пешеходам, который может выйти из-за этого остановившего трассу средства, находясь на зебре или на пешеходном переходе, соответственно, попасть под колеса проезжающего мимо автомобиля. Опять же, водителя здесь трудно будет обвинить проезжающего, да, потому что он, в принципе, мог не видеть этого пешехода из-за именно неправильного припаркованного транспортного средства. Поэтому больший упор именно по вопросам эвакуации таких транспортных средств будет сделан именно на это нарушение. Теперь хозяину придется не только заплатить штраф в размере 1000 рублей вместо установленных ранее 300, но и оплатить услуги эвакуатора. Каждый километр до места штрафной стоянки – 105 рублей. Каждый час хранения задержанного транспортного средства также тарифицируется. Пока система эвакуации в городе не отлажена, но в ГИБДД заверяют, что ситуация изменится. Это не будут какие-то рейдовые методы, это будет работа проводиться ежедневно на плановой основе. Будет больше эвакуаторов, и они будут вызываться в разные места, и это не какое-то мероприятие, это просто ежедневная рутинная работа сотрудников госавтоинспекции.